Отсек гидропоники, доктор Кросс, запись. Что-то нанесло сильный удар по корпусу в районе продовольственного склада. Это не астероид, не тот звук. Не знаю, что-то большое и массивное. Я сообщу, когда выясню больше. Исполняющий обязанности главного инженера Темпл. Запись. Я пришел сюда за доктором Элизабет Кросс, но не нашел ее. Тут вообще никого нету. Лишь это органическое дерьмо повсюду. Попробую посмотреть на рудной платформе. Это единственное место, где я еще не был. Зона невесомости. Thank you.
последнее, Айзек. В центре контроля атмосферы есть переключатель, который запустит кислородные фильтры. Как только воздух очистится, ты сможешь пройти на продуктовый склад. Айзек, я читаю отчеты. У экипажа, у всех начались массовые галлюцинации. И я видела своего брата на мониторе наблюдения. А это невозможно. Зона гравитации. Помоги мне.
Продувка вентиляционной системы. Восстановление уровня кислорода и азота. Продуктовый склад открыт. Отсек гидропоники, доктор Кросс, запись. Я не могу поверить в то, что вижу. Это безумие. Полное безумие. Я отправляюсь к рудной платформе. Слышала, что туда направились все выжившие. Джейкоб, я буду ждать тебя там. Неизвестный антиген введен в фильтрационную систему. Он все еще дышит. Иди и прикончи его, пока он не заразил весь корабль. Зона невесомости. Возвращается в норму. Черт! Опять исчез. Я не вижу сигнала его Икса. Придется выбираться самим. У меня есть идея, как убраться с корабля. Я обнаружила аварийный маяк на рудной платформе. Если ты сможешь спуститься и включить его, мы пошлем сигнал бедствия. Черт! Не знаю, сколько еще выдержит эта дверь.
Зона гравитации. Это наш единственный шанс выбраться живыми, Айс. На рудной платформе находится астероид, который готовили к переработке. Прикрепи к нему маяк, и мы оттолкнем его подальше от корабля, чтобы сигнал был четким. Маяк на инженерной палубе, астероид можно отгрузить из контрольной комнаты. Черт, контрольная заперта. Похоже, они держали аварийный ключ на перерабатывающей палубе. Могло быть и полегче, согласен? Не знаю, сколько еще продержусь. Thank you.
Платформа почему-то недоступна. Посмотрим, можно ли это обойти. Нашел Элизабет, но в этом проклятом ангаре нет ни одной шлюпки, пригодной к полету. Джейкоб, скорее! Мы должны найти маяк! Один точно где-то здесь.